Всем привет, дорогие наши подписчики и гости канала. Сегодня мы с вами сделаем обзор павильона, который уже вам знаком и вам нравится. Сейчас вы увидите, о чем речь, о ком точнее. Вот, но буквально на 2 секунды покажем вам визиточку. Также вы ее, точнее, контакты увидите в закрепленном комментарии. А о новинках данного павильона и об ассортименте нам расскажет Нурик, которого мы давно не видели и очень хотим увидеть. Здравствуйте! Нурик! Давно не снимались. Да. Всем привет, меня зовут Нурик. С вами 1G27, как уже сказали. Да. Вот. Сейчас я вам немного расскажу о наших товарах. Это вот блузочки, рубашки, пиджаки. Сейчас мы уже, да, понемногу уже получаем новые поставки. Вот. Давайте начнем с первой модельки. Это вот наша такая блузочка. Этот, у него интересная рука. Смотрите, вот. Фонариком, но такие вот в три волны такие. Вот. Посадка у него очень хорошая. Размер 42 по 40. Да, сзади что-то прям интересное. Да. Да. Посадка проверенная. Да. Это молния сзади, да? Нет, здесь, да, у нас получается здесь молния и завязка. Класс. Да. Оригинально очень. Да. А цвета есть другие какие-то? Сейчас только вот в одном цвете, но скоро будет 3 цвета. И сам этот, то есть посадка проверена. Она вот, знаете, с черными брючками, с короткими вот юбочками, с кожаными. Шикарно. Просто шикарно смотрится. Да. И вот, знаете, вот вы не бойтесь по поводу рукавов, потому что это уже проверили. То есть она будет сидеть вообще отлично. И сколько стоит такая? Цена у него 600 рублей. Ой, 600 рублей. И вроде тянул будет рублей 300. Плюсом. Да. Угу. Следующая моделька это вот такая вот. Такая свободная модель, смотрите. Сейчас вот как раз эти вот, ну, опять же. Входит, да, в тренд. Да, да, с юбками, с брючками, вот, свободная. Размерный ряд? 42 по 48. Вот, ткань атлас. Будет очень нежно, очень легко. У кого, смотрите, такой немного фонариком. Струящийся прям. Да. Вот. И цена? Вот такая расцветочка. Оба цвета вообще шикарные. Да. И цена? Цена у него 650 рублей. Ну и для родницы это плюс 300 рублей. Вот. Обычно вот хорошо идет девочкам. Ну, рост 165, 170, 160. Вообще шикарно будет, потому что тоже мерили. И следующая моделька. Опять какие интересные модели, да, у вас. Свободный крой. Да. Все свободно, рукава фонариком. Рукава шикарные. Да, да. Слушай, и цвет такой. Прям пудра-пудра. Угу. Класс. Размеры у нас получается 44 по 54. Вот. И расцветочки у него, смотрите. Голубой, белый. Сейчас вот если вы представляете, вот там что-то род корпоратив, да, это да. Можно будет просто булочки одеть поверх брюки, все. Будет шикарно. И уже готовы. Да, и уже готовы, да. Уже, да, опять же. Из офисного уже, так скажем. Вот такая свободная модель. Размер 46-52. И также есть 48-54. А это состав, это хлопок? Да. Да, здесь, да, да. Это такой хлопок. С эластаном немножечко, да, стрейчевый. Да. Тоже. У нее без пуговицы, здесь такой это V-образный такой вырез. Вот. Свободный крой, он сидит вообще отлично. Следующая модель. С кубками. Смотрите. Тоже. Опять же, сам стиль такой оверсайд, но такой свободный. Будет хорошо, да? Опять же, сейчас вот если будете идти на корпоратив, можете просто под костюм так одели. Будет, ну. Ну, либо можно отдельно вообще. И размеры. Здесь такой, знаете, такой защит такой здесь интересно сделанный. Здесь такой свободный стиль. Это уже что-то на боха похоже, да? Да, в стиле боха сделано, да, да, все верно. Такая небольшая такая это. Размеры? Размер 48-54. Да. Еще такие вот два цвета у него. Черный и серый. И стоит сколько? Цена у него тоже 650, вот, для родницы там, ну, плюс 200, плюс 300. Да. Цены у нас очень хорошие.
А вот что-то интересное у вас. Да, следующая у нас такая, знаете, моделька по Турции сделана. Сейчас эта кожа опять, ну, входит в тренд. Все юбки, брюки, вся кожа прям вообще в моде. Ну, это ткань просто, которая под эко-кожу, да? Сделана, да, под эко-кожу, да, верно. Может, на резиночке. Снова и снова. Какие классные сзади, смотрите. Смотрите, очень дорого. И расцветочка, смотрите, серая. Черно-серая и синим. Да. Угу. Размерные ряды? 42 по 48. И цена? Цена опять 650, и для родины ставки 230 идет. Вот. Следующая моделька у нас такая вот рабочая модель, она всегда идет удобно на каждый день, вот, на работу студентам, кому угодно. У него размер единый, 42 по 46 сядет идеально, также ну, 48 тоже может, да, здесь. Ткань очень мягкая, если вы потрогаете, вот, почувствовали бы, она очень мягкая. А стоит сколько? Да. Ой, да, мягенькая. Да, цена у него 700 рублей, оптовая, ну, родница плюс 300. И низ, внизу тоже то же самое, да? А здесь расцветочки, я его сейчас покажу. Вот, да. Это такие же или это другие? Да, тут модель немножечко. Немного другая. Здесь вот, видите, вот, сзади немного длиннее, да. Задняя сторона. В эти здесь ровно. Перед задней совпадают. Кстати, здесь размер до 50-го идут. То есть 50-52 тоже могут одеть его. Вот единый размер. Цена у него 900 рублей. В розницу там плюс 200 будет. Также вот, это уже молодежка 42-48. Да, видите, задняя часть удлиненная. Вот, единый размер 42 по 46 идет. Хорошо. И это все его расцветочки. Вот эти, вот эти. А, это то же самое. Это да. Угу. Расцветки тоже классные. И пиджаки. Если, да, да. Следующий модель, то это пиджаки наши любимые. Вот. Да. Всем всегда идет. Посадка вообще отличная. Смотрите. Это вот типа такой... драпа, наверное, тонкого, да, да? Да, да. Это драп. Его можно сейчас вот в офис. Вообще шикарно будет. И плюс еще весной, весной и осенью вы можете... Вместо курточки. Да, вместо курточки одевать его, как полупальто и все. Полный подклад. Посадка проверенная. Вот. Если какой размер носите, просто говорите и его берете. Там, тут идеально все. Расцветочки вот такие. Расцветочки все шикарные. Я вам даже хочу один раз показать. Ой, какая красивая, правда. Да, вот цвета это вообще шикарные. Смотрите, тоже в стиле Барбери. Да, и... кто-то поспокойнее любит. Да, да. Студенты, учителя. Размер-то до 52 размера. То есть 42 по 52. Отличный диапазон, да. Хороший. Да, то есть он подойдет всем. Следующая это вот такая расцветочка шикарная тоже. Очень дорого смотрится. Да, и цена какая? Цена у нее получается 1100 оптом. Для родницы, если вы по одной берете, опять же, там плюс 300. О, нет, 300-400 будет, хорошо. Именно для вашего канала, а так мы хорошо. Его уже продаем. Спасибо. Вот такие вот, смотрите, это. Да, расцветочка. Красиво. Ну вот. И костюм, давайте да, уже. Да, давайте вот костюм вам покажем. Это сейчас новинка костюм, получается, ну как новинка костюм, мы им уже работаем, уже в новых тканях, в новых этих. Вот, такой удлиненный немного такой жакет, да, на одной пуговице, по кармашке рабочие, надо прорезать, вот. Брючки у него, смотрите, такая чуть выше, то есть выше средней. Высокая посадочка, да? Да, да, да. И это, смотрите, у него низ такой, он очень интересный такой, видите, вот, он не приталенный, он такой свободный, сейчас в моде, чуть-чуть свободный. И сколько стоит такой костюм? Костюм стоит 1400 оптом, вот для родницы это будет, ну уже лично, наверное, с вами уже будем говорить. Угу. У него такие вот расцветочки, рад, что вы можете. Смотрите, вот такой классный цвет такой. Вот такой. А, это этот же, это же модель. Это угу. Же модель, просто разные цвета. Также вот темно-синяя и вот серая, которая как на манекене. Цвета вообще классные. Угу. Опять же, в офис, студентам, кому угодно, всем офисникам освещается, да?